По сообщению Центробанка, в декабре прошлого года кредитные организации снизили средний процент по потребительским кредитам по сравнению с ноябрем. В то же время кредиты на покупку авто немного подорожали. Если сравнивать средний процент по краткосрочным и долгосрочным потребительским кредитам с декабрем 2019 года, показатели снизились. Также Центробанк предоставил отдельным пунктам проценты по кредитам на приобретение авто. Подробности на нашем сайте.